Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жендосом мы будем продолжать троллить друг друга. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам мы продолжаем записывать этот троллинг. Да, поэтому, ребята, ставьте огромные пальцы вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите, чтобы новая серия троллинга вышла как можно быстрее. Вот так вот как-то, да. Пойдем. Быстрее, давай. Не могу бегать, ну ладно, пойдем. В общем, ребята, вот моя карта на сегодняшний троллинг. В чем она будет заключаться, точнее, в чем будет ее смысл? У Жеки днюха, кто не знает, 1 мая. А 1 мая у нас день трудящихся. Назовем это так, да? Поэтому Жеке не стоит расслабляться. Не-не-не-не-не. Хоть и день трудящихся, хоть и днюха, но все же Жека в свою днюху будет пахать как лошадь. Потому что я не дам ему отдыхать целый день. Все же надо трудиться. Поэтому тут у Жеки будет днюха. Днюха. Я ему буду петь Happy Birthday, да, именно Happy Birthday, а не Happy Birthday. Поэтому, а в принципе, ребята, знаете что, я дальше вам не буду показывать. Пусть у нас сохранится такая небольшая интрижка. Сначала мы отправимся к Жендосу, пройдем его троллинг, а потом вернемся сюда. Поэтому, ребята, погнали. Три. Я готов. Ты готов? Подожди, Эдисон, не заходи. Слушай, у меня для тебя есть небольшая предыстория. Вот ты знал, что вчера, 12 апреля, был день космонавтики? Мне кажется, все знали. Ну, дальше. Вот, знаешь, что такое день космонавтики? Это день, когда Гагарин у нас полетел в космос. Знаю. Давай дальше. Вот тебе железная броня. Жека, я в космос полечу, да? Или... Не. Короче, тут такие траблы. Наш как бы мир захватили инопланетяне. И тебе нужно попасть в портал, который я специально для тебя построил, и он отправляет тебя в прошлое. Проходи, не стесняйся. Он меня напугал, Жека, не буду я туда проходить. Тебе нужно сбежать из этого плохого будущего и отправиться в прошлое. Заходи. Дай хотя бы оружие. Да не, Эдисон, тебе не обязательно их убивать. Тебе не обязательно... Откройте! Эдисон, давай быстрее, беги, проходи. Инопланетянчики очень... А чё, они как-то там сначала смотрели на меня, а потом прям резко как-то... Они рассматривали. Это какая-то новая живность на их территории, вот. Ты заходи и ищи способ зайти. Чё это торчит? Чё это за писюн торчит отсюда? Эдисон, это НЛО. Ищи скрытые проходы, Эдисон. Какие скрытые проходы? Дайте мне пушку хотя бы какую-то. Фигачь его. Стрелы! Бесполезные стрелы! Ищи, тебе что-то нужно, тебе нужно срочно что-то найти, Эдисон. Ищи, пока они не воскресились, Эдисон, они сейчас воскресятся, Эдисон. Да! Так. Эдисон, беги. Да, он меня заколебал! Убери! Он слишком жесткий, я понимаю, Эдисон. Капот просто! Тебе что-то вот здесь нужно найти, Эдисон, ищи, Эдисон, быстрее, да ты его не убьешь, Эдисон. Так... Да быстрее, ищи. Тут где-то есть скрытые штуки тут есть, ищи. Какие скрытые? Какие-то штуки, Эдисон, быстрее, открывай. Да, уйди, на! Так, красава, теперь у вас бой с инопланетянином. Кто кого, инопланетянин? У него дробаш, у меня лук, чёрт, дебил. Мне кажется, а может ты не сможешь. Эдисон, ищи, куда тебе стрелять нужно. Ну ладно, Эдисон, тебе нужно куда-то попасть. Куда тебе нужно попасть? Нужно быстрее пробираться к порталу, Эдисон, быстрее. Эдисон, ну давай, красава, быстрее, беги. Эдисон, срочно, заходи. Квартал, портал, быстро, отправьте меня. Прячься. Скайлет, отправь меня, пожалуйста. Быстрее, нажимай. Так. Эдисон, слушай, дай мне свою броню, снимай ее. Нафиг не нужна теперь. Нет. Эдисон, так получилось, что этот портал тебя не просто телепортировал в прошлое, он тебя телепортировал в 1961 год, 12 апреля. Эдисон, это не самое главное. Ну. Так получилось, что ты стал Гагариным. Ты вселился в его тело, и ты теперь Гагарин. Нет. И ты сегодня, 12 апреля, полетишь в космос, Эдисон. Космос! Тебе нужно пройти последние подготовки. Бери космонавтовскую броню. Хорошо, я вот эту выкину, она в принципе, одна это... А, нет, другая, это Space. Да. Ничего себе! Эдисон, ты настоящий космонавт. Так, космонавт с луком.
Да, с луком, Эдисон, ну... только ты лук этот больше не используешь. Хорошо, хорошо, я понял. Да, и вообще NPC тебя больше бить нельзя, запомни это. А, вот, короче, Эдисон, тебе нужно пройти подготовку, тебе нужно, понимаешь, как бы в космосе ты постоянно будешь в невесомости находиться и будешь теряться в пространстве. Жека... Тебе нужно научиться не теряться в пространстве и найти выход из этого лабиринта. Жека, мне кажется, когда Гагарин проходил подготовку, то у него не стреляли с дробашей, поэтому это, знаешь, ну, типа, такое, если как бы... Это троллинг все-таки, это все-таки троллинг. Тебе нельзя по ним стрелять, но я тебе говорил, нельзя бить NPC. Тебе нужно просто пройти лабиринт, но они тебя будут мешать, Эдисон. Они тебя будут мешать. Какое пространство? Эй, Эдисон, кажется, потерялся в пространстве. Какое пространство? Тут не видимо. В пространстве времени. Эдисон, не бей! Не бей! Эдисон потерялся в пространстве. Эдисон, ты Гагарин или не Гагарин, я не понял. Какой Гагарин? Чё ты не прям, да уйдите отсюда! Я тебе помогу, так уж и быть. Беги, беги, беги быстрее! Не теряйся! Тебе нужно дойти до этой двери. Эдди, я помогить, вытащите меня! Чё за ним? Я говорю, Гагарин невидимый лабиринт точно не проходил. Жека, я ни хрена не поймаю, где я, честное слово. Ладно, Эдисон, может пройти не надо, придет. Михар, знаешь что, Жека? Вот мне кажется, Гагарин никогда не проходил невидимые порталы, но Гагарин был умным мужиком. Гагарин был умным мужиком. А, ты сломал мою карту! Ладно, Эдисон. Следующее испытание. Следующее, последнее испытание, последнее, как бы, перед отправкой в космос. Хорошо, хорошо. А, понимаешь, как бы Гагарин, он был достаточно такой красивый мужик, его улыбка, как бы, да? Подожди, я что, не красивый? Вот. Да, и ты как бы и есть Гагарин. В общем, Эдисон, ты должен показать всем, что ты самый настоящий космонавт. Ты вообще уважаешь? Вот Советский Союз, в котором ты живешь, уважаешь? Я не живу в Советском. Ну хотя, ладно, уважаю. Говори, служу Советскому Союзу. Служу Советскому Союзу! Честь отдай! Отдаю честь, сержант-прапорщик. В общем, Эдисон, тебе нужно всем доказать, что ты... Сейчас будет очень-очень-очень важно. Ты как бы сейчас зайдешь, и ты должен будешь спеть. Я должен буду спеть? Заходи, проходи. Проходи, Эдисон, быстрее! Заходи по дорожке. Пацаны, извините, я опоздал. В общем, Эдисон, тебе нужно спеть песенку. Какую песенку? Космонавтовскую. Какую-то космическую песенку. Вот ты можешь какую-то спеть космическую песенку для них? Они все ждут. Нет, Жека, я не знаю никакие космические песни. Ты не знаешь никакие космические песни? Ну ладно, хорошо. Эдисон, смотри, ты знаешь одну космическую песню, я тебе помогу ее спеть. Вот, а ты мне подпоешь, хорошо? Да, хорошо. И тогда ты точно полетишь в космос, хорошо, понял? Хорошо. Готов, да? Если я слова буду знать, ну давай. Ну да, ты знаешь. Короче, смотри. Купол неба наш космический, звезды снежный и большой. Как Гагарин покорить смогу. Сейчас я прыгну. Ой. Сейчас я прыгну. Куда? На гараж! Скоро космос будет наш! Сейчас я прыгну куда? Ну ты скажи! На гараж! Космос точно будет нас! Ура! Ура! Расстрелять этого товарища, коммунист! Эдисон, в принципе, ты готов к полету. Я готов. Где ракета? Где моя ракета? Вот серп и молот, как бы. Да, вот еще скажи, служу Советскому Союзу, это для телевидения, скажи. Служу Советскому Союзу. Давай, ладно, мистер Эдисон Григориан, заходите в ракету. Куда проходить? Да в ракету проходи. Я микрофон с собой домой заберу на память. Эдисон, к сожалению, как бы ракеты в Майнкрафте, как бы они, ну и как бы летают, но это никто об этом не знает. В общем, Эдисон, проходи в ракету. Проходи, делай там, что хочешь. Че тут делать? Через 10 секунд мы стартуем. Стартуем? Итак, говорит Москва. Работаю с эти радиостанции Советского Союза! Сегодня Эдисон Гагарин отправится в космос через 5, 4, 3, 2, 1! Эдисон, ты летишь! Поехали! Эдисон, ну кажется, что-то пошло не так. Что не так? Что не так? Твоя ракета неисправна, она упала и взорвалась! Ой. Вот Советский Союз не умеет ракеты строить. Не умеет.
плохой все, как Эдисон. Я тут причем не я ракету строил, алло. Короче, все, Эдисон у нас плохой, как бы, космонавт, ты сломал всю историю, теперь мы как бы не будем разводить космонавтики, потому что тебе дали. Не, я тут причем, ты ракету строил, значит, ты такой рукожоп. Ой, я не строил никакую ракету, я тебя просто отправил. Да, хорошо, хорошо, Жак, давай. Пошли. Эдисон, давай, я готов. Пошли. Давай, пошли. Жека, заходи. Это просто, ну ничего, это прихожая, вот собирайся, Жек, тебе надо зубки почистить, умыться, там, одеться и пойти на улицу. Потому что сегодня, Жека, у нас... Ну, короче, что у нас с 1 мая, Жека? Что у нас с 1 мая? Вот такой вопрос. Мой день рождения. Не, это как бы второй или там вообще 35-й план. А на первом плане что у нас стоит? Мой день рождения! Твой день рождения никому не интересен. Это что? На самом первом плане, ребят. Что? Нет. Что стоит на первом плане? Вот скажи мне, что отмечает 1 мая? Ну, есть какой-то, знаешь, праздник, который вообще никто не празднует, все празднуют день рождения мой. Как бы, и называется он, этот, мир, ой, день труда, вот. Да, мир труда, что-то там хотел сказать. День трудящихся на первом плане. Мир, труд, май! Твой день рождения вообще никому не важен. Поэтому, Жека, давай, умывайся. Мне папа все время так троллил. Вот меня все время родители меня троллили, что вот я родился в мир труд, в мае, там, день труда. Да, поэтому надо трудиться, Жека. Давай, умывайся и надо выходить на улицу. Давай. Давай. Все, умылся. Все, давай. Надо выходить на улицу. Давай, Жека, я тебя жду там. Давай. А почему у меня дверь на потолке? Откуда я знаю твой дом? Давай, Жека, надо как-то, давай. Что-то ты какой-то тут странный какие-то вещи тут делаешь. Какие странные? Понятно. Ну. Как мне нужно на полку запрыгнуть или да, что? Ну я откуда я знаю? Можешь вообще тут оставаться? Мне вообще по барабану. Что это ты тут такое странное построил? Это я не мой дом, точно не мой. Почему не то? Да, опа! Как ты это делаешь? Ну потому что ты нуб. Так как ты это делаешь? Опа, молодец, давай, Жека. Молодец, давай, Жека. Молодец. О, Жидос! Жека, с днём рождения тебя, Жека, первое место. Жека, давай будем петь. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my dear Жидос. Happy birthday to you. Спасибо. Жека, давай. Держи. Кушай. Хаваю. Жека, хавай. Жека, в честь... Опять толстым стану, да? Не, ну ты толстый, тебя не смотрят. Жека, в честь днюхи надо бухнуть детского шампусика. Давай, Жека. Ура! Давай, нормально пей, не буль-буль-буль. С горла до дна. Давай. Давай. О, молодец. Да, Жека, прям мужик. О, вот так, в общем. А сейчас, салага, в руки себя взял на работу! 1 мая, надо трудиться! Хватит с этими днюхами! Давай, быстро, выбирайся отсюда! Ну, у меня же день рождения! Какое день рождения? Хватит с день рождения! 1 мая, надо трудиться! Жека, иди сюда, Жека. А можно на горке? Хочу на горке кататься. Да, в принципе, да, можешь на горке покататься. Давай, катайся. Точно? Да, а там все... Там все безопасно, горку бы так не делали. Это все для детей. Дети — это счастье всей земли, да. В общем, Жека, надо трудиться! Хватит этих днюх! Это бесполезные праздники, эти днюхи, день рождения! Надо трудиться! Самый главный праздник, я считаю, в году. В жопу твой праздник, давай, Жека, выбирайся. Давай, включай логику, ищи проход. Давай. Включай логику. Нет, так не получится. Надо найти, я тебе подсказочку даю, Жека, надо что-то найти. Давай, быстренько. На работе ждать не будут, уволят к чертовой матери. Что-то связанное с горкой, я тебе скажу подсказку. Ну, может быть. Ага. Жека, там, ты опаздываешь уже на работу, Жека, ты уже опаздываешь. Сейчас, да, свой день рождения, можно опоздать хоть немножечко. Ну, Эдисон, дай я телепортируюсь. Не, ну, хорошо, подожди, телепортируйся. У меня спаунпоинт надо ставить. Спаунпоинт, Жека, давай. Мне не ставится. Давай, спаунпоинт, давай. Молодец, Жека, давай, да. Сейчас, подожди. Я такого не умею, слишком сложно. Жека, тут я дам подсказочку в честь твоей днюхи, сделаю тебе такой небольшой подарок. Тут есть невидимые блоки возле этого, поэтому... В общем, да. Можешь смело падать, там не умрешь. Только не там, а чуть-чуть левее, нет. Вот, да, туда, правильно, право, вот, можешь падать. Ты меня точно не обманываешь? Нет. Ты меня, по-моему, обманываешь.
А, нет, я понял, я когда-то обманывал. О, карточка, ура, карточка! Карточка, давай, Женька, проходи, проходи! Так, ой, ага, ой, ой, нормально, давай, нормально, давай, нормально, на работу, на работу, на работу, на работу, на работу, на работу! Ура, все, в тачку собираю! Какой кинь. Я, конечно, не хочу. Да, надо проходить. Женька. Давай, 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 ты пехайся, ты пехайся, ты пехайся. Что ты меня замедлил? Что ты меня замедлил? Давай, быстро, быстро, тебе надо пройти, Жек. Давай, бегу. Жека, включай логику, надо, надо как нам бежать, надо как... Жека, смотри, иди сюда, иди сюда, иди сюда, Жека. Я понял, понял. Не переживай, не переживай. Нет. Дай! Почему под снегом лава? Я не знаю, это твой город, Новосиб, Жека. А, у вас до сих пор там такие сугробы, да? Да, у нас до сих пор сугробы. Вот, я говорю, это Новосиб. Нет, 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 конченый паркур. Паркурчик, паркурчик. Жека, смотри, смотри, иди сюда, иди сюда, смотри. Это опять тебе, сдухай. Проходи дальше, давай. Спасибо, спасибо. Смотри, прям с тортиком буду. Тут прям на свадьбу почему-то. Ну ладно, будет на днюху. Молодец, молодец. Хорошо, давай, хорошо, давай. Хорошо. Только тебе машину не надо. Ты не водитель. Ты грузчик. Хочу в тачку, хочу в тачку. Жека, ты грузчик. Поехали. Не-не-не, давай, не давай. Иди сюда, давай. Мафина не работает. Бочки разгружать. Давай быстро бочки разгружать. Мафа, давай. Ничего там нету. Я тебе говорю, как начальник, бочки надо разгружать. Какие бочки? Давай, какие? Давай, загружай. В смысле бочки? В смысле бочки? Давай, давай, давай. Нашел, 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 нашел карточку. Давай, хорошо, разгружай бочки. Надо в машину бочки загружить. Загружить. Хорошо. Сейчас я загружу бочки в твою машину. Давай, давай. Грузи бочки, сейчас. Грузи, 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 грузи. Сейчас грузи. Тебя загружу бочки. Грузи. До свидания. До свидания. Куда до свидания? Бочки в машину надо загрузить. До свидания, прощайте, я убегаю. Бочки надо загрузить. Так. Да не, у меня пока похоронятся. Ты где? Я где-то... Какие-то двери непонятные. Ты где? Какие-то двери везде тут непонятные. Ну ты пройди дальше, дальше там пройди. Да не, 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 не хочу. Ну хорошо, хорошо. Так, хорошо, хорошо. Я тебя ненавижу, я тебя ненавижу. Я тебя ненавижу. Со своими кнопками засунь их себе в попу. Хорошо, хорошо. Уже засунул. Вам в попу, да, вам в попу. Не, подожди, не, подожди, а почему ты там спаунпоинт ставишь? Я что-то не могу понять. А, нельзя? Ну ладно, я не переживай, все равно будет телепортировать. Так, рычаги я тебе никакие не буду. Ну я тебе дам сразу подсказочку, тут один рычаг работает, поэтому давай, Жека. Ну да, 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 троллит он меня, понятно. Ну. Бочки, бочки, бочки! Собака. Ты идешь, нет? Сейчас, сейчас, подожди. Черепахи мешают. Дверь открыл! Кто мешает? Черепахи. Какие черепахи? Пошли в заяц. Какие черепахи? Чё-то не могу понять, Жека. Черепахи-ниндзя, Донателло стоят тут меня и бьют. Какие черепахи? Черепахи-ниндзя. Да что такое? Кто бьет? Черепахи-ниндзя, говорю, бьют. Какие меня. Черепахи, Жека? Ты что, детского шампанского набухал? Никого тут нету. В смысле, какие? Нет. Какие черепахи-ниндзя? Ребят, вы что, видите, вы видите какие-то черепах? Никого тут нету. Где ты черепашки ниндзя не ври? О, у РНП стоит. Кто? У РНП. Кто? У РНП. Я тебе смотреть могу пройти, а тут в жопу. Да я не понимаю, иди сюда, вот проход. Нельзя ничего ставить. Жека, давай лучше ты пройдешь сюда и все. Я не могу понять, что там. Ну как я тебя пройду, если они меня бьют? Кто? Да черепахи, ёкарный ты баба, я не встаю на дорогу. Подожди, кто тебя бьет? Еще не могу понять, Жека, кто тебя черепашки бьет? Черепашки-ниндзя. Кто? Черепашки-ниндзя. Кто тебя бьет, Жека? Еще, я еще раз так тебя я спрашиваю. Не знал, я тебя уже 500 раз повторил, я не буду больше повторять. Жека, какие к черту черепашки-ниндзя? Ты что, ты в своем Новосибе? Какие черепашки-ниндзя? Не могу понять. Да черепашки-ниндзя, вот они стоят тут. Какие черепашки? Я что-то не могу... тебе реально пить нельзя, Жек. Какие черепашки-ниндзя? Я сейчас сломаю эту карту нахрен, я не буду пройти. Жека, ну ладно, допустим, если тут черепашки-ниндзя, тебе нужно найти проход как-то. Ищи, Жека, ищи. Одна кнопка работает в этой канализации, надо нажать и выбраться отсюда. Да, 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 давай, помри мне! Эх, ты ж падла. Давай, давай, Жека, давай, пошли, тебя там надо, надо, домой. Кнопки у него там какие-то работают. Ты бочки разгрузил, молодец, Жек, сейчас давай, домой. Да ёкарный ты пипун! Я больше не на одну кнопку. Пошли, 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 Жека, домой, домой, там надо, срочные дела, пошли, пошли. Черепахи убери! Какие черепахи?
Какие черепахи, Джек? Ребят, вы видите каких-то черепах? Никого тут нету. Нету тут никаких черепах, какие черепахи. Я тебе сейчас дам. Пока не берешь черепаху, я не сдвинусь с этого места. День трудящихся, днюха, давай домой, быстро, какие черепахи. Нет, ну оставь, не трогайте мои. Джека, я короче, иду... Ладно, ладно, ты мой друг, хорошо. Знаю, я тебе дам совет, Джека, я тебе дам совет. И ты меня еще бьет, офигеть. Джека, я тебе дам совет, подожди. Мне кажется, тебя просто от детского шампанского очень так штырило. Давай мы вернемся на улицу, ты там минус 30. Да, иди сюда, это так надо, Жека. Я уже 500 раз на эту улицу возвращался и в лаве горел. Иди сюда, вот сейчас прям нажал, нормально. Молодец. Вот там охлаждайся, Жека, мне кажется, все там нормально будет. Охлаждайся, мне кажется, тебя отпустит немного. И я не знаю, что за черепахи, никого я не вижу. Да, сейчас уберу их по вам. Какие черепахи? Давай. Непонятно. Никогда больше тебе не будут давать детского шампанского. Никогда. Тебе просто так все по логу. Все по логу уже поняли, Жека. Все по логу уже поняли. Убрал уже этих черепах. Какие черепахи? Я ничего не понимаю, Жека. Все понятно. Хорошо, давай, Жека. Давай. Ладно. Что это? Где это? Я дома? Это ты вернулся домой, хорошо. Жека, ну, в принципе... Я тебя поздравляю опять с днюхой на будущее, прям 1 мая, да, день трудящийся, но много я тебя гонять не буду тебя много гонять, потому что, ну, все же днюха у тебя, да, поэтому надо отдохнуть. Поэтому давай, спать. Все, ты прошел мой троллинг, Жека. Спокойно. Подожди. А ну вставай, посуда! А мы одно дело забыл. Видос на завтра записать. Быстро за ком. Давай. Еще сажусь, давай, все. Выспишься в жизни, выспишься. Как делишки, ребятишки, ля-ля-ля-ля. Мы что, за одним компом будем записывать, Джека? Да? Ты иди к себе домой, иди, это мой дом. Я пошел, ты там, давай, начинай, устанавливай сборку, Жека, устанавливай. Давай, там всем привет, с вами я, Жека, там, да, будем крыть карту, ля-ля-ля. Будем карту, ну, хорошо, Жека, хорошо. Вот там свалил, алло, ну, выпусти всё, меня отсюда. Заканчивай, ты пехайся, ну, ты прошел мой троллинг. Да? Да. Ну, ладно. Ну, знаешь, Жека, есть одна проблемка. Какая проблемка? Все, троллинг больше не надо. Да, не, ну подожди, ну троллинг закончился, но ты думал то, что, типа, тебя не поздравят, то, что тебя не будут поздравить, то, что Стефанчик не явится на твою днюху, то, что Стефан не придет на твой день рождения, Жека, ты что, думал, реально Стефан про тебя забудет, Жека? Ни в коем случае. Стефан про тебя никогда не забудет, поэтому, Жека, ты пехайся, Стефан про тебя никогда не забудет, Все нормально, да. Жека, все нормально, да. А что ты гиммой выключил? Все, меня уже убили, не надо я больше Жека, звать. Жека, что ты гиммой... Ну ладно, хорошо. Принципе, хорошо, Жека, так уж и бей. Ой, Стефанчик про тебя не забыл. Вы заберите вот эту хрень, забери эти бочки, какие-то черепашки, ниндзя непонятные. Но! Да ну я... Да, ниндзя, да, паскуда. Так, ребята, на этом мы уже будем заканчивать. Как обычно, да, Жека? Как обычно? Да. Весь наркоман, короче, я понял. Он что-то принимает перед роликом. Да я вообще не понял, какие там черепашки. Черепаху какие-то своих ставят. Ой-ой-ой, Степан вернулся. Степан, дай нам серию закончить, Степан. Степан хочет тебя поцеловать. Ну что, давай заканчивай быстрее, он меня заколебал. Короче, ребята, надо ставить лайки. Сейчас быстрее, чем больше лайков мы наберем. Вы спасибо большое, да, подписывайтесь на канал, комментируйте. Все, до свидания. Я новая... Прощайте. Да, ребята, пока.